Что Алло, происходит? Влада больше нет. Личность вырвалась какая-то. Владика больше нет. А ты кто? Я Владик 2. Не придумал просто. Здравствуйте. Мы с этого начнем? Опять, блин, просто самое... Я сижу, прикол придумываю. Влад начинает, когда я вот так вот сижу, черемшу ем. Я не ел черемшу. Это прекрасно, черемша. Это вау. Мы начали? Да. Ну, здравствуйте, получается. Let's do OG. Эрик Кайт. И Шикар, какая-то там шестая уже серия. Ради бабла готовы на все называется. Предлагаю вообще сразу начать молниеносно. Мышка пропала. Да, смотрим на Айтубе, как и вы советовали. Посмотрим. Не могу поймать. Надеюсь, никакой этой музыки не будет лицензированной. А ты на демонстрации видишь буквы? Нет, мою мышку. Мышку сейчас нет. Ну ладно, стартую, наверное. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайк авансом нам, пожалуйста. Колокольчик жмите, пишите комментарии, можете прям по ходу серии что-то накидывать в комментарии, будем понимать. Потом. И что я еще хотел сказать? Да, осуждаем всякие наркотические вещества. Всякие вот эти плохие вещи, очень плохо. Я только что наугад просто нажимал, где звук поправить и где чё. Просто я не вижу мышку. А, да? О, не важно. А чё с качеством? Так должно быть. Наверное. По-моему, нет, что-то... Братан, я его не видел, отвечай же! Не сбили типа? Тише, тише. Братан, я клянусь, я его не видел! Тише, тише, Кана, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, брат. Вся серия опять будет в таком же состоянии? Тише, нет, тише, Кана! Не всегда. Успокойся! Тише, тише. Я его не видел. Тихо, тихо, брат, тихо. Нормально, все будет. Я сейчас выйду, проверю. Проверю. Дыши, дыши, брат. Тише, тише, Кама, сука. Еще боль. Братан, я его не видел, я клянусь. Еще большую яму закапывают себя просто. Угу. Каждой минутой серии. Светись, мой сын, ну Кана! Мы его не оставим так, братан. Кана, сука, не тупи, нам надо съебаться. Мы не можем его оставить, неправильно. Долбоеб, сука, нахуй. Тут камеры, нахуй, тебя сразу посадят. Ты под наркотой сбил человека. Казалось бы, куда хуже. Да. О, мышка появилась, вообще супер, класс. И качество. И качество обалденное. Это, там у него кадык двигался, то есть он живой? Да. Ну, пока что да. Либо это просто... Ну, знаешь, когда я в фильмах, когда человек, типа, умирает, и ты... Ну, я, у меня такой бзик приглядываться к нему, дышит ли он реально или нет. Вот. Я замечал иногда, что дышит. Да, и во всех фильмах я... Такой, ага. А, живой, блин. Нет. Неужели они не могли это как-то проконтролировать реально? Некоторые... Иногда я замечал, что реально дышит. Не, ну, нет, ты дыхание... Ты задерживаешь дыхание, и у тебя... Ну, ты же сердце остановить не можешь, как бы. Оно уж, типа, в любом двигается.
Но все равно ты, ну, это незаметно, если ты не дышишь, типа. Нет, будет Ну, типа, заметно. грудь-то, типа, двигается, если ты дышишь. А если просто задержал, ну, сердце там не выдает. Если ты только не волнуешься, у тебя все не дрожит. Ну, тебя на камеру снимают, почему? Может, волнуется. Ди Каприо какой-нибудь там волнуется. Да, очень сильно. Блядь, заебал уже. От хорька чуть не там. сыграл. Чуть не сыграл мертвого человека, прям. Заставку обрезали. Я уже еще с той серии заметил. Или две серии уже назад. Да, по-моему, только в первой это сделали. Да? Нет, в две, в двух было. Алло, кот? Алло, Алдик! Пиздюк ты маленький. Ты куда так быстро сбежал? Я скажу, человека по-быстрому хотел сбить. Что ты сделал? Я говорю, мы сбили человека. Бараны малолетние. Насмерть? Кажется, да. Так, подожди, стой. Там стойте, не шевелитесь, я сейчас Бауру отправлю вам. Геолокацию скинь мне! Тупорылый, блин! Черт! Баур! Кайф обломали, блин, мужику. Где сбили? 5 кварталов отсюда. Камеры были? Не знаю, походу были. Кто был за рулем? Кана. Бля, у него зрачки с размером кулак. Баха, подойди. Я их отвезу к Санычу, а вы избавьтесь от машины. Быстро давай. Все, понял. А вы ко мне, давай, быстро. Куда мы поедем? Решать ваши проблемы, быстро. Давай, чистись. Вот. Офигеть, бро. Ну все, теперь на всю жизнь, блядь, к ним, нахуй. Да. Доставка. Превьюшечка. Кровь готова. Переливание крови сейчас будет, да? Походу, да. Здесь сиди и жи. Ложись на кушетку. Какое переливание? Зачем переливание? Кровь. Ну, типа, кровь очистить ему. Жгут. Они тест не сделали. Кровь твою очищается от наркоты, которую ты принимал. Нет, да. Они не взяли тест на пробу. Не вся кровь любая подойдет человеку с определенным это, резус-фактором. Ну, блин, он же знает, наверное, свой фактор резус. Фактор резус. Спирт. Ну, он, наверное, сказал. Ну ладно. Допустим. Ну, это придрался ты. Ну ладно, да, допустим. Да ладно, тесть. Простительно. Ребята, приколдесные, конечно. Где этот тварь, а? В толкане поднюхивается и не смывает, что он делает. Прячет, может? Не, о, не, это поднюхивается, все сразу понятно. А что со стороны чехла? Это не так, ладно. Ты что доебался? Не, ну это реально непрактично. Там же шершавая поверхность, алло. Да им похуй. Осуждаем, да. Очень сильно осуждаем. Ух, блин. Ух, осуждаем. Я тебя и твою дружку отмазать пытаюсь, а ты мне новую проблему создать хочешь, а? Ты твою дело! Слышь, Олимпия,
Заруби себе на носу. Я с тобой меняться не буду. Я тебя пристрелю где-нибудь и закопаю. Ты понял меня? А на Квата даже не надейся. Понял. Смотри сюда. Сейчас ты уедешь из города на пару недель, пока все не утихнет. Понял? А за это время я постараюсь разрулить все, что вы, дебилы, натворили. Потом, если я еще раз увижу, что ты употребляешь, знаешь, что будет? А? Знаю, пристрелись и закопайся, хватит меня бить! Мало тебя били, дебил, тебя. Нет, не мало, ему все равно. Плевать. Алдик, блин, не пробивной, типа. Ну, кстати, его каждый день бьют, бля. Я был рейстер, парм, там, блин, шесть птиц. Короче, отвезешь его на зимовку к Сакену, я его предупредил. Все, партнер. Все, шеф, пакет. А ты здесь, стой, охраняй, хорошо? Секунду. Все отлично у нас. Лутающая атмосфера. Ассаламу алейкум, Сакенова. Ну, тут одного дурачка надо спрятать. Как сам? Ничего, нормально. Пауэр звонил, да? Говорил, что вы поможете. Да, он позвонил, все объяснил. Ну ты домой заходи, чай попей, мясо покушай. Да-да, Рахмат, в следующий раз. В город надо, дела. Ну вот он, пацан, вы знаете, что делать. Поехали. Чисто сразу. Давай. Это их, видимо, этот, агент тоже. Как зовут? Алдиар. Чешки не были, Нортимс. Чеш? Верно, Чеш? Штаны тоже? Да, да. Прям до конца. Надо все сжечь. Пойдем домой, я тебе покажу. Прыгай в костер. Ты тоже никуда не годишься. А ты прикинь, сколько он, ну, типа, он сколько, два дня не ебашили? И все это время с потом выделяют, ну, типа, мефедрон с потом выходит. Тут вообще все сжигать надо, блядь. В одежде же могут найти, по факту. Mm-hmm. Я, кстати, не знаю, сколько, ну, сколько он держится. Вот, в одежде если... или в крови? Ну, в одежде. Ну, ну, воняет долго, пиздец, если это, ну, хуйту не стирать. Я думаю, раз если он воняет еще и мефедроном, то, ну, как бы частички там присутствуют, значит. Проходи. Ну, вот твоя комната. Можно соскоблить кожу. Постель. И заново употребить. Так вот. В турецкой бане чисто вот так вот. Да. Все соскрести, потом перемолоть. Это одежда. Ну, конечно, не Гуччи, а пойдет. Ну и ты не модник. Кушать хочешь? Одевайся нахрен. Ладно, отдыхай. Нужно помыться сначала. Ну ты придираешься, блин, может он уже помылся. В носках и в трусах. Ну да, конечно. Не, ему спать просто сильно хочется, видимо. Это
это типа дни проходят? Да. Я верю. Блин, самое дебильное, знаешь, что они, по сути, ничего и не достигли. Ну да. Алдик просто страдает где-то годами. Понимаешь, если это к чему-то приводило, еще как в фильмах, типа он страдает, потом возвращается, становится королем. А тут он просто страдает, приходит, попадает в какой-то Г, потом уходит, опять страдает, что-то, блин, с ума сходит. Вообще просто. Ну, потому что ни к чему хорошему это не приведет. По факту, да. Но это же художественное повествование, как-никак. Там стул в виде сюрикена. Да. У меня каз есть, будешь? Буду. Да, ешь. Ну, казы? Ой, блин. Насколько я знаю, это конина, казы. Если я правильно помню. Я даже тарелку даже не вижу, чтобы увидеть, что... Ой, и водочка. Это самогон. Смотри, он... Ой. Это самогончик какой-то. Слишком он это... Мутный. Тебе сколько лет? 20. Да. Мне когда-то тоже было 20 лет. Помню, пахан мне первые кроссовки привез. Ни у кого в универе таких не было, только у меня. Да. Тогда я самый блатной был. Да. Мы еще и джинсы варили, продавали их. Вот. Тогда дефицит был. Это сейчас, у кого деньги есть, покупать что хочешь. Тогда время было другое. Ты ешь, ешь. А мне надо собак покормить. Одну ты уже покормил. Да. Ладно, извините. Уже просто внахлёст. Еще одну псину приютил. Ну, я бы тоже сейчас казы бы съел. Хотя я недавно ел. Я колбасу из конины помню. Вкусная, пиздец. Ну, это она и есть, по сути. А, ну... Ну, конина есть конина. Есть вяленая, есть это другая. Ну, колбаса немного же по-другому делается, типа, в отличие от просто вяленого мяса конины, нет? Ну, не, вяленое мясо конина, оно, в принципе, как в форме колбасы, типа. Ее типа, нарезают же потом вот так вот, типа. Ну да. Это не просто куски, она, типа, какая-то, ну... Ну, я имею в виду, что я к тому, что колбаса, она не цельная, а вот... Если конина кусок мяса, то оно цельное. Не-не-не, ну... Она все равно колбаса, да, называется? Типа? Ну, типа ее в колбасной форме делают. Ну, понял. Ну, как бы я работал в ресторанчиках. В ресторанчике. Там вот так было. Где сюрикен ты увидел? Вон, стул. Стоит посередине. С ножки. Это у него отхода такие долгие?
Да он не лежал же тут 6 недель или сколько, блин. Хотя почему вот этот, зачем как-то таймлапс сделали, я не понял. Да. Если столько дней, сколько показали, уже должно было пройти. Болезненные хотя бы ощущения. Сакен, родной, как ты? Все хорошо? А, фундер, как сам? Джакс, бэр, Джакс. Как там Жаник? Жаник? Какой тебе Жаник? Он сейчас Жанибек Ахметович полкана получил, этот мелкий. Вот, сука, жуга. Че, готов? Поехали. Ладно, Саки, ехать надо. Подожди, ну, зайди домой, покушай. Как-нибудь в другой раз. Саки, Рахмет, давай. Рахмет, таки, давай вам, да все. Давай, студент, учись хорошо. Ну да. Заеду. Все, давай. Все-таки реально момент просто про таймлапсили. Только почему он такой вот весь? Почему наоборот нельзя было сделать, типа, показать, что он покушал, а потом таймлапс? Не знаю. Ну, режиссер, ну как бы, если смотришь, там, напиши нам. Там созвонимся. Да. Все ссылки в описании. Там роль, может, надо какая-то в третьем сезоне. Мы можем сидеть и смотреть. На заднем сиденье вы сейчас почему-то пусто. С тем же случаем все решили. Да, замяли. С пацаном что, он жив? Какая тебе разница, жив или нет? Говорю же, замяли. Или ты что, прощение хочешь попросить у родителей? Нет. А сканы что, он живой? Живой. Плохая одежда, кстати, у Алдика. Я сейчас только подумал. Все равно стильно почему-то. Как будто в фильме снимается каком-то или сериале, блин. Да, правда. Тут кайфует. О, Алдик. В парке просто сидит. Ну, как? Бля, ты чё так воняешь? Баур, ты не мог его помыть, а? Чё, я ему нянька, что ли? Вот и шартана. Так, описывай, воняешь. А там душа не было, что ли? Ну, да. Хоть что ли, отдыхал, тут произошли кардинальные изменения. Что за? Я даже не помню. Так. Актриса просто стоит, угорает со мной. Читай. И громче. А кем сейчас? Сотрудниками полиции проведен рейд по проверке ночных клубов на предмет потребления и распространения синтетических наркотиков. Мероприятие прошло в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудниками было изъято 40 килограмм наркотиков и задержано более 50 наркодилеров. Блин, на тело, если это попадет. В настоящее время проводится досудебное расследование по хранению и распространению наркотических средств и психотропных веществ. Ну, надеюсь, намек понял? Не совсем. Короче, Алдиарчик. Смотри, сейчас все клубы пустые, и они теряют очень большие деньги. Им нужен новый спаситель. А что, не догоняет?
Его что, совсем мозги обветрило? Ладно. Объясняю для особо сообразительных. Смотри. Вот это ты. Маленький и вонючий. А вот это я. Нихуёвый в костюме. Это мой клуб. А вот эти все остальные. У них сейчас нет товара, и им нечего продавать. Ты приносишь товар не только в мой клуб, но и во все остальные. Тем временем мы становимся невероятно богатыми людьми. Как тебе план, моя идея? Блин, это все, конечно, прикольно. Но, братан, я же тебе не Эскобар и даже не Хайзенберг. Я тебе еле-еле поставляю 200 грамм. А тут-то ты говоришь, что все клубы надо снабжать. Это нереально. Че шпер? Не сюда. Настя, отдай. Цельсия, но не стреляй. Цельсия. Ты сам, Алдик, просто не понимаешь этих перспектив и возможностей. Если ты хочешь толкать мелкими граммами, то я не знаю вообще, о чем с тобой разговаривать. Наши пути расходятся. Чтобы добиться уважения, нужно иметь много денег. Алдик, много. Видишь этих людей? Они ради бабла готовы на все. На все унижения. Так что давай стреляй. Ад. Прям, чтобы в яблочко. Шоколадный гладик. Хорошо, можно. Вторая слева. По-моему, да. Как, нормально? Вообще не туда. Солай, ты давай подумай. Подумай и... Бля... Да хотел, чтобы ты шоколадный глазик стрельнули. Ну, он же сказал так. Это не я придумал себе в голове. Мы на закете разобрали. А что тебе, сюрприз? Покитимор, душка, пошли. Тачку дал. Я там могу здоровье будет. Да. Не, ключи. В натуре. Я что-то вообще дурак. Встанешь на краешок. Да, нормально. Просто в тело, реально, без брони даже. Ты же Анамсул, знает она. Больно. Фабухуа, шошаля! Пупсичек. Огабуар, шошана! Если крыса пожалует сюда, да, прямо сейчас, пока я говорю. Неплохо, неплохо. Угу. Отсылочная открылась. Салам. Салам. Как ты? Спать хочу. Если ты хочешь продавать вот эти и толкать мелкие свои граммы, то я не знаю вообще, о чем с тобой разговаривал. Наши пути расходятся. Чтобы добиться уважения, нужно иметь много денег, Алди. Много, такова реалия жизни. Ну и что, мы поняли, что он уже согласится, блядь. Он за любую авантюру. Он сейчас чуть-чуть пострадает опять в перемотке. Он царя. Нет. Ну все, да. Да, он смотрит. Да, да, да. Поэтому мы поняли, что отсылка была в клипе. Да, да, да. Тут у вас. Господи, да тут кристаллы по 5 сантиметров. Есть и больше. Это ж чистое стекло. Твой чертов художник. Это же произведение искусства, мистер Уайт. Ну, вообще-то это базовая камера. Но спасибо, Джесси. Я рад, что вышло приятно. Бля, хотел недавно, кстати, посмотреть. Сетяшки. Я посмотрел. И фильм, по-моему, отдельный же вышел. А, ну ладно, не буду говорить. Нет, мы только продаем, сами не употребляем. Ага, с каких-то пор. Похоже, в Париже наелся с ними. Да я не говорю.
все? Драматурги. Мне не нужны их дочурки. Мне два на пасы и бургер. Мне три на пасы. Все, останавливай. Это сейчас еще и это. Ой, блин, ну в общем. Класс, такие начинаю. Вот теперь начинается Breaking Bad. Сейчас буду. Breaking Bad, да. Но закончится это чем? Непонятно вообще. Сколько. А им интересно, фургон выдали или нет? Там по ключам было это от джипа какого-то, мне кажется. Да, да, да. Иномарка. Ну, не подходят для этого. Дом на колесах нуж. Мне интересно, насколько они разовьют эту тему, потому что сколько там, ну, серии 4 осталось. В прошлом сезоне сколько было? Серии 12? Наверное, примерно. 10? Наверное, да. Я не помню уже. Если 12, то еще можно, типа, полсериала еще впереди. Интересно будет посмотреть на казахский Breaking Bad. Uh-huh. Breaking Bad. Вот. Ой, да. Напишите обязательно свои впечатления. Что наши эмоции вы увидели, наши мысли вы увидели. Добавить, не убавить. В общем, все, что хотели, по сути, и сказали. Ну, я сидел, просто молчал и удивлялся. И не удивлялся. Да. А я говорил, накидывал, просто нужно, не нужно. Вот. Но так надо. Так надо. Так делается. В общем, это Жизель Мари, это Эрик Кайт, это Лесси Диоджи, это Шикяж, 6-я серия 2-го сезона. Не забывайте подписываться на канал. Также есть промокод на скидку в AliExpress прямо в описании. И в закрепленном комментарии внизу тоже. Ссылки, подписывайтесь, колокольчики на все уведомления. Это лучшее, что вы можете для нас просто легко сделать. Вот. Всем спасибо. Пока.